вратарей. Первая тренировочка, если есть у вас вместо у меня конуса, у вас нету конусов, вы можете поставить обувь в любом положении. И специально это касается больше Тимурика и Ильюши. Когда делаете падение, выпрямляйте полностью. Каждый раз прыгайте к фишечкам. Каждый раз. Так, три раза нужно повторить. Спокойно встаете, опять на коленочки и пошли три раза. После этого вы можете взять мячик, поставить и с мячиком бежать делать разминочку в одну сторону и в другую сторону. Также вы можете делать вот мячики в одну, в другую. Также можете катать мячики между и обратно елочкой возвращаетесь. Можете стучать мячиком. Можете делать перескоки обратно туда. Широко ставим ножки, потянулись. Широко поставили ножки, покатали между ножек. Восьмерочку на весу обязательно. Сели на пол, ножки широко поставили, пошли тянуться. Тянемся в одну сторону, в другую. Посередине мячик покатали. Соединили мячик ножками и перекинули 5 разик. Обязательно очень редко зажимаем пяточками. Перекидываем раз. Собаку не убей. Итак, 5 раз. 2, 3 и так далее. Потом, Ваня, накидывай мне, ну встань, пожалуйста, сидя, обязательно одеть, ну, перчаточки. Что тебе накидать? Куда, что? Холм накидывай. Ох, и в середину, как вот мы на раз делаем. Кидаешь, ох. Бог. Бог. Аквариум не разбейте. Ваня. Сейчас середина должна была. Вот сейчас тут середина будет у вас. И телевизор. То же самое можно боком. Садишься боком и просто кидаешь. Лучше не кидай. Ты что с собакой делаешь? И с другой стороны то же самое. Вань, я не могу сразу так. Ну. Вот. И вратарь. Слушай. Так, молодец. Ножки широко поставь. И родители, ножку в середину просто. Чего в середину? Пинаешь ножку. Вот, спокойненько. Вот. Катать. Да здесь лучше, вот. Как тебе катать? Вот. Ножками всего лишь так же катаешь. Угу. Принял, отдал. Принял, отдал. Принял, отдал. Принял, отдал. Все спокойно. Сейчас последнее упражнение. Ты должен вот... Катишь мне мячик, а я выталкивать должна. Слушай! Выталкиваешь. А у детей так много места? Ну да. А у нас что, много что ли? У них трешка в центре. И с другой стороны то же самое. А что, левая не работает, что ли? Точнее, правая, ну ладно. Хватит.
А можете еще и слушать так же заниматься. Итак, также каждый вечер стараться по возможности тренироваться с мячом. Это для вратарей. Слушай.